Депутаты обсудили вопрос об утверждении перечня объектов холодного водоснабжения централизованной системы водоотведения, находящихся в муниципальной собственности города, в отношении которых в 2020 году планируется заключение концессионного соглашения. Перечень, который был утвержден в январе 2019 года, признан утратившим силу, так как в прошлом году концессионное соглашение в отношении горводоканала не заключили. В отличие от предыдущего перечня, он дополнен двумя объектами недвижимого имущества. Это переданы водопровод и канализация от ФСР, которые были сданы по новым объектам, дополнен 23 объектами движимого имущества, которые были в течение этого года приобретены и поставлены на бухгалтерский учет МУП «Горводоканал». Исключены 53 объекта движимого имущества, также в течение года были списаны с баланса муниципального предприятия «Горводоканал». Органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями каждый год до 1 февраля обязаны утверждать перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения. Большинством голосов этот вопрос вынесен на ближайшее заседание городской думы. Также депутаты обсудили изменения в прогнозном плане приватизации. Помещение по Юности 31 передали из ведения Центра внешкольной работы в муниципальную казну. Данное помещение не функционирует и не используется по назначению. И с целью использования указанного объекта по назначению и получению доходов предлагается включить в прогнозный план приватизации. Это первое изменение. Также администрация предлагает в этом году реорганизовать акционерное общество «Дом книги» путем присоединения его к АО «Дом быт Авангард». Депутатов интересовало, что эти действия принесут в бюджет города. Она даст следующей оптимизации деятельности, как минимум сокращение управленческих функций в акционерном обществе «Дом книги» и повышение в связи с этим эффективности работы. Но там как бы и еще есть ряд. Увеличится прибыль у объединенного предприятия акционерного общества «Дом быта Авангард». Прибыль станет, ну, не 25 у «Дома книги», а может быть на фонд зарплаты как минимум директора. К этому вопросу депутаты вернутся на заседаниях профильных комитетов. Также народные избранники рассмотрели обращение инициативной группы жителей насчет строительства дороги, которая ведет с улицы Лесной на Садовую. По проекту она пройдет за стадионом новой строящейся школы. Придется вырубать деревья в сквере в том районе. И очень много там живет. И на улице Лесной я собрал подписи, люди, которые живут на улице Лесной, и на улице Павлика Морозова, и на Садовой улице живут. И все люди, которым я подходил, они говорили, да, действительно, сквер очень пользуется популярностью, очень много мам, детей гуляют по этому скверу, дышат свежим воздухом. Дорога в этом месте предусмотрена генпланом города. Депутат вернутся к рассмотрению этого вопроса. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.